Вот смотри, ты за этой историей фейковой с убийством Делимханова следил? Да, присматривал. А как ты это оцениваешь? Как, из чего вообще все это пошло? И что это за троллинг толстый со стороны Кадырова? И какой в этом вообще смысл, если там ничего не было? Вот вопрос такой. Ну как ничего не было? Говорят, вроде закрыли колонну. Ну, то есть, вот пострадал. Ты можешь подтвердить, да, что действительно в Приморске накрыли базу Ахмата? Я не могу подтвердить, мне говорили, что наши люди, что вроде как не базу, а колонну. Колонну, хорошо. Да. Окей, так. Но, да, если Делимханов не погиб, то не будет пока на данном этапе. Что касается там всех, ну мы же видим, появился фейковый аккаунт этого якобы командира 72-й дивизии, бригады российской. Виневитин. В подвале держал Вагнер. Виневитин, который тут же заявил, что там Пригожин сдал. Да. В общем, я оцениваю это так. Отношения между кадыровцами ФСБ, армией и Вагнером потянулись до степени выплескивания публичного пространства. И они начали заниматься тем, что они все прекрасно... Точнее, так, тем, чем, что они умеют. Прекрасно, я бы слово снял все-таки. Начали возводить друг на друга напрасно, но врать и проводить информационную операцию. Значит, пока не прихил. Ну, кому-то понадобилось, чтобы Делиханов был ранен. Ну, а ты считаешь, он мог быть ранен? Он мог быть ранен, его не показывают. Я не знаю, вполне мог бы. Мог и быть убитым. То есть до сих пор же неизвестно, да или нет. Да, вот, колонну накрыли. Вроде как говорят, что было в этой колонне. Дальше надо разбираться. Но есть же простой способ, ты же правильно сказал, есть же простой способ опровергнуть все слухи. Покажите. Хочу, покажите его и все. Все. Как депутат Госдумы? Госдумы, да. Ну вот, конечно, пожалуйста. Что с российским парламентарием? Хочет знать российский народ. Покажите. Слушай, раз такая информация появилась, раз ее сам Кадыров опровергает, так почему же ее не опровергает сам Делимханов? Чтобы он вот до этого постоянно появлялся у себя, там в каких-то телеграм-каналах, еще где-то, а тут вроде раз... Видеообращение писал тогда, да? Видеообращение в Пригожину мы видели. Поэтому да, ответ очень простой. Пока его не увидят живым и здоровым, или хотя бы то как бы вопрос, жив он или нет, будет остро стоять, как бы, да, висеть в воздухе. Лучшее подтверждение – это его репортаж, вернее, его запись, где он лично говорит, что со мной все порядке. Угу. А вот смотри, буквально за сутки до вот этой фейковой новости он как раз поехал якобы к Гладкову, Делимханов. А Гладков – губернатор Белгородской области, где договорился о том, что личный состав чеченского батальона «Запад Ахмат», «Ахмат-Запад», да, Минобороны РФ, приступит к службе в Белгородской области, ну, как мы понимаем, охранять границу от этих ДРГ, о чем он и сказал. Причем вот сегодня они якобы уже, вот новость такая, что они займутся противодействием украинским диверсантам и предотвращением их проникновения на территорию Белгородской области, сообщил Рамзан Кадыров. По его словам, также чеченские бойцы заступили на дежурство на пропускном пункте у села Катинка Грайворонского направления, который ранее был атакован. Слушай, вот вообще Пригожин, судя по всему, рассчитывал туда встать, потому что ты же помнишь, он перекидывал с Вайтрексом, командиром РДК, давай я тебе зама пришлю, давай там договоримся о пленных, ну, в общем, Денис, там, вот такое. Выглядело так, что Пригожин виды имеет на Белгородскую область и на решение там вопроса, тем более, что, видишь, была у него словесный диалог заочный. Да, ну вот. Он имеет виды на серую зону. Где можно, ну, это там, понятно. Но здесь это рядом лежало, да. Ну, надо понимать следующее, что я думаю, что у Кадырова есть прямой телефон Путина, который Путин говорит. Да, Пригожина нет. Ага. И здесь позиция неравная. Да. Поэтому немножко ему, конечно, утерли нос поставили, но нас там Путин балансирует влияние. Что касается Ахмат-Запад на Белгородской области, то я думаю, что РДК и Легион таких скальпов еще не собирали, с удовольствием соберут. Хотя нет, Легион воевал с кадыровцами где-то, не помню, где-то попался, по-моему, еще где-то. Там, причем сами попросились напротив, мы имели успех где-то там в том районе. Так что, как бы, не дико, но будут еще такие скальпы.